Сегодня предлагаю вашему вниманию быстро салат из серии «Гости у порога». Салат куриный с сухариками. И нам понадобится 1 куриная грудка. Если есть время, отвариваем сами. Если времени в обрез, бежим в ближайший супермаркет и покупаем копченую. Будет еще вкуснее. 300 грамм. Сухарики 100-120 грамм. Шампиньоны резанные, консервированные. 1 банка, около 200 грамм. Майонез 70 грамм и немного зеленого лука 20 грамм. Соль 2 грамма. Сначала порежем грудку. Самое сложное мы уже сделали. Остается остальные ингредиенты отправить курице и перемешать. Осталось только выложить его на тарелочку и подавать к столу. В зависимости от вашей сноровки, у вас уйдет 2 или 3 минуты. И все, салат готов. Можно встречать гостей. Понравилось видео? Ставьте лайк. Ссылочки на инструмент в описании. До новых встреч. Пока.